Это улица Наговицына, одна из центральных в Можге. Дорожники буквально на днях завершили здесь ремонт, обновив почти целый километр дорожного полотна. Этот участок один из самых трудоемких и протяженных. Сегодня дорожники сдают в Можге еще 7 отремонтированных объектов. На всех участках, да, было это фрезерование, укладка выравнивающего слоя, укладка верхнего, допустим, укрепление бочин асфальтогранулятом и устройство ИДН еще есть. То есть на некоторых участках ИДН – это искусственная дорожная неровность. Еще 11 отремонтированных участков в Можге дорожники сдали в начале октября. Работы профинансированы по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Республика в этом году получила дополнительные средства – 340 миллионов рублей. Помимо Можге на эти деньги отремонтировали дороги в Сарапуле, Воткинске и Камбарке. В Можге все ремонтные работы уже завершены. На первом участке дороги, который у нас был по улице Можгинской в городе принят, мы его долго принимали. Там не один подход был, чтобы принять эту дорогу с общественниками, с депутатами. В конце концов, отработали ту позицию, какого качества мы дороги хотим иметь. 70 миллионов плюс 17 – это такая весомая сумма, на которую мы сегодня проложили более 7 километров дорог. На всех этапах очень строгий пятиступенчатый контроль за качеством работ. Замечания касательно устройства технических нету. По двум объектам до сих пор нам не предоставили, еще ждем акты взятых проб на качество асфальта. Вот так, кроме мелких каких-то замечаний, касаемых внешнего обустройства, мы не обнаружили данный момент. В Удмуртии в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировали 87 объектов. 1 ноября работы на всех участках будут завершены, заверил руководитель Миндортранса. Планы на следующий год тоже уже известны. Мы планируем 1 600 000, 1 500 000 все-таки будет потрачено в следующем году также на дороги. Уже, вот просто сразу же скажу, уже в план графики включили, и поэтому до конца этого года все контракты по ПКАДу будут заключены на будущий год. Из этой суммы 200 миллионов будет направлено на ремонт дорог Ижевска. Большая часть средств пойдет на то, чтобы привести в порядок региональные трассы. Елена Керн, Светлана Буланова, Александр Шарабоков. Новости.